шею вращает, да. С7, С6 там. А, ты расслабься, не думай. Шесть. И давай, да, на встречу руке. Точно, точно понял? Точно понял. Давай. О, было! О, есть, О! было, да? Давай, 5. Думаю, ты оставил мою сторону. Я за вторую. Я тебе это все. Обучение скручиванию голов. Ну, конечно, нет. Так, давай, довернул. Расслабил, почувствовал, что расслабилась. И там движение буквально на несколько градусов. О, во, молодец, было. Ес, yes, давай 5. Молодец. Подлазил, подлазил. Медленно записывать. Сначала доверни голову, чтобы она туда вот ушла. Ниже, ниже, да, ниже, ниже. И вся работает вот та рука с запястьем. А это только докручивает. Позвоночник. Да, нос на все позвоночника. Дойди до предела, куда дальше не идет. Вниз он не делает, вниз. Ниже, ниже, присядь, ниже. Присядь, присядь. Вот. Это на экстензию мы делаем. Угу. Вот, и довернул. Нормально было. Перешел через предел, да? Не-не, нормально, нормально, нет, хорошо. Опор в стол. Потянул, потянул. Это вот у нас петля Глисона. Завешен скулу. Человек держится коленями. И производи толчок назад. Тут уже 5 раз толкнул. Как шея? Слушай, она у меня зашевелилась, она не поворачивалась в эту сторону. Смотри, сейчас. О, на 90 градусов она практически. Она вот так не поворачивалась. Да? После глиссе петли. Ну, ну вот видишь. Расслабил меня. А говорил, зря пришел, зря пришел. А вот здесь у меня была вот. И боль была уже вот здесь. Сейчас смотри, вот, поворачивай, смотри. Шикарный результат. Смотри. Я так, я не помню, я последний раз так поворачивал шею. Нет, он разговаривал со мной. Боль. В детстве только. А он обманул меня, потому что я только натяну, я не буду дергать, я расслабился. Да я забыл, кажется, я не должен. Как, дернул, и все случилось.